Дорогие друзья, очередной показ светильничка, которые бывают разных цветов, желтый, белый, красный. Картинку мы приложим, фотку сделанную. То есть вот так он выглядит. Вот такой светильник, пришедший нам из Китая. Качество хорошее, коробка очень интересно выполнена, с дизайном даже, я бы сказал, и очень, то есть, ну, упаковка соответствующая, не какая-то дешевая, а именно видно, что оно произведено с каким-то хорошим заводом, да, либо фабрикой. То есть это, ну, не просто какой-то кустарный фонарик, а именно, что уже, ну, над этим работала фирма или фабричка маленькая или большая. То есть тут не ясно. Такие же есть, как вот этот винтик, светильник, есть у нас так называемые салфетницы. Они точно такие же, то есть также вешаются на гвоздик, либо на крючок, на какой-либо. Ничем не отличается, только у них нету провода и места для ввинчивания лампы. А так абсолютно такие же. Если у кого-то есть интерес и желание приобрести вот такие вот вещицы, связывайтесь, мы поможем вам в осуществлении ваших мечт, приобретении данного товара. Всем спасибо за внимание, всем пока.